Здорово, как дела? Да не отвлекай меня, у меня сейчас турнир по КБРО. Если ты будешь меня отвлекать, я сейчас проиграю. А, ты меня уже отвлек. Я уже проиграл. Ну и ладно. На следующем турнире поучаствую и обязательно выиграю. Да, следующий турнир через 3 года. Без разницы, я буду ждать и добиваться. Пока что ты тут сидишь, типа, понимаешь, поскольку у нас очень мало денег, точнее, у тебя, потому что ты единственный в нашем доме, у кого есть деньги. Так вот, скоро эта арендация квартиры кончится, понимаешь? Поэтому нам надо купить квартиру, потому что у нас денег не хватает на арендацию этой халупы. Нахрена вам покупать квартиру, если это обойдется дороже, чем арендация этой халупы? Братан, я понимаю то, что это типа твой мини-домик, что такое, и типа ты тут живешь, но, братан, сорян, конечно, мы ж не такие глупые. Квартира, разумеется, дешевле. Ну ладно, делайте, что хотите, а я все равно бухать буду свой вкусный уксус. Ах, какой вкусный! Так, я нашел 3 квартиры. Одна трехкомнатная, другая двухкомнатная, другая шестикомнатная. Но есть один минус. Шестикомнатная стоит, ого, сколько денег? 6 рублей. Ой, то есть 6 миллионов рублей. Извиняюсь, да. Ну, поскольку мы бомжи, у нас нет денег, на 6 миллионов, в принципе, мы не накопим. Одна комнатная стоит 1 500 000, а трехкомнатная 2 миллиона. Сколько? Я столько в жизни не видал. Ну, богачи, фу на вас. Опять, наверное, перебухал уксуса. Ну ладно, зато не будем его рожу видеть. А, я согласен. Окей, а какую же будем квартиру покупать, как ты думаешь? Предлагаю трехкомнатную, потому что она самая дешевая и там очень много комнат. Можно было бы и шестикомнатную, но она слишком дорогая. Я согласен с этим. Что по этому поводу думаешь ты, бомж Вася? Ну, вы сделайте, как хотите. Но за месяц вы все равно мне должны оплатить ящик уксуса. Ну, разумеется, мы тебе заплатим уксусом. Не волнуйся, братан, не волнуйся. Мы же не заплатим. Думаю, мы убежим. Хорошо, что нас плохо слышит. Что, теперь давай спать, пожалуй. Просыпайся, сюда идет Вачок. Зачем он сюда идет? Чтобы мы оплатили ему 10 тысяч банок уксуса. Вот он! Ну вот и пришло время, чтобы вы платили мне ящик уксуса за месяц проживания в этой халупе. 10 000 уксуса в ящике находится на балконе. Идите, идите туда. Ну ладно. Там они находятся. Здесь нет уксуса, пацаны. О, все, я его запер. Теперь он оттуда не выберется. Теперь бежим к выходу. Там Петр, который Васька все время уксус просит. Быстрее бежим! Нет, он выбрался. Быстрее в окно, быстрее бежим, бежим, бежим. Фух, мы выбрались. Теперь давай быстрее бежим.